Все профессии нужны, все профессии важны. Кем стать в будущем? Какие специальности сейчас востребованы на рынке труда? И как не ошибиться с выбором? На эти и другие вопросы девятиклассники получили ответы на фестивале профессий «Путь навыков». Подробности в сюжете Алины Авдюковой. Он берет пластик, подает его в сопло, которое разогревается, и очень тонким слоем раз за разом накладывает новый слой, выстраивает. 15 специальностей на выбор. Геодезия, робототехника, электромонтаж, туризм, кондитерское дело, индустрия визажа и маникюра. На фестивале «Путь навыков» школьники познакомились с профессиями не только в теории, но и на практике. Это профориентационный фестиваль, который позволяет детям окунуться в 15 профессий, которые сегодня они руками попробуют что-то сделать, для того, чтобы понять, что, как, где в той или иной профессии существует. Участие в фестивале приняли 3 учебных учреждения. Центр опережающей профессиональной подготовки Московской области, Чеховский техникум и Серпуховский колледж, который готовит специалистов по 16 направлениям. Наиболее востребованы компьютерные технологии. Среди этих специальностей у школьников наибольший интерес, конечно, вызывают технические специальности, связанные с компьютерными технологиями, но в том числе электроника. На сегодняшний день это самые востребованные специальности на рынке труда, и поэтому набор на эти специальности мы планируем увеличивать в этом году. «Путь навыков» помог одним школьникам познакомиться с будущей профессией, другим убедиться в правильности своего выбора. Ну, что-то связанное с компьютером и программами в нем. Скорее, ближе к программированию, что или 3D-моделированию. Я также планировал свою жизнь связать с компьютерными технологиями, но также планировал поступить на архитектора. Я хочу быть IT-менеджером. Я думаю, что сегодня буду выбирать из многих, думаю, которые здесь есть, колледжи. Хочу быть педагогом начальных классов. А чем тебя привлекает? Обучать детей чему-то новому, открывать для них мир. Фестиваль профессий «Путь навыков» проводится по инициативе Министерства образования Московской области во многих муниципалитетах Подмосковья. Подобные фестивали прошли уже в нескольких муниципалитетах области, и мы вошли в десятку первых. Надеемся, что данное мероприятие поспособствует нашим детям, поможет им определиться с дальнейшей профессиональной своей судьбой и карьерой. Фестиваль профессий «Путь навыков» объединил более 700 школьников, студентов и педагогов Серпухова.